Добрый день. Меня зовут Наталья Симакова, я актриса театра и кино. Окончила Щукинское училище в 99-м году на курсе Владимира Владимировича Иванова. Снималась у больших режиссеров, таких как Шахназаров, Досталь, Янковский, Бондарчук, Санаев, Эшпай и многие, Качанов, и многие-многие другие. Это можно все найти в интернете. У меня своя группа, я музыкант-композитор, Siberia Hills. Недавно, буквально 2 недели назад, у меня вышел новый альбом. Я знаю много языков разных, я путешествую по миру. Что я еще делаю? Занимаюсь гимнастикой, балетом, катаюсь на лошадях, люблю танцы, обожаю жизнь. Приглашайте, я буду всегда с радостью вам служить.